Я так очарователен, что на меня западают даже картины. Не веришь? Смотри. В одной обычной квартире, которая находилась в самом обычном городе, появилась очень необычная картина. Ей никогда не нравилось висеть на стене, поэтому она решила отрастить себе две симпатичные ножки. Картина очень хотела ходить, пить чай и спать на кровати, но не могла. Ей приходилось постоянно прятаться от людей, чтобы никто не подумал, что она живая. Она часто притворялась. Она научилась задерживать дыхание и не моргать, пока человек находится где-то рядом или пристально смотрит на нее. Картине удавалось быть неподвижной. Она держала под контролем холодное сердце и здравый рассудок, пока не увидела его. Ее заворожили его рисунки на коже и зеленые глаза. Но может ли картина ожидать чего-то большего, чем просто любование ею? Она так сильно нервничала при виде него, а он ее даже не замечал. Оставшись наедине, она не удержалась. Ей так хотелось дотронуться до его шелковистых волос, но руки были коротки. Он принимал подарки от соперницы и хвастался своими мускулами. Картина заметила, что ее парня пытаются увести. Она ничего не могла сделать, кроме того, как упасть со стены. А картина ничего такая. Может, мы с ней будем даже очень неплохой парочкой. Прикинь, теперь я буду приходить в гости не к Свете, а к картине.